Получить нужную справку, не выходя из дома, сэкономить время и нервы. Это все стало доступно с появлением интернета и созданием специальных порталов для оказания услуг в электронном формате, в том числе государственных. Для всего мира это обычная практика. Казахстанцы не так давно получили эту возможность. И если молодые люди отреагировали быстро и уже стали активно применять это на практике, то людям постарше еще необходимо объяснить все преимущества онлайн-операций. Проводится с целью популяризации услуг в электронном формате и через Центр обслуживания населения ЦОН. Как вы знаете, деятельность госорганов направлена на увеличение услуг в электронном формате в целях искоренения коррупции, да, уменьшения их прямого контакта с госслужащими. Поэтому электронный формат и ЦОН в настоящее время – это основное направление политики, на которое направлена деятельность госорганов. В ходе мероприятия все посетители Народной канцелярии сегодня смогли получить бесплатно консультативно-методическую помощь специалистов. В основном люди традиционно интересовались услугами в сферах архитектуры, градостроительства, соцзащиты, ЖКХ и здравоохранения. Любой документ, любые индивидуальные запросы обрабатываются на сайте электронного правительства в течение нескольких минут. В этом можно было убедиться на практике. Кроме того, в ходе ярмарки посетителям вручали буклеты с полной информацией о способах получения электронно-цифровой подписи и дальнейшей регистрации на портале электронного правительства. Ирина Гуть, Жаслан Жубаев, программа «Факт».